Сотрудниками полиции задержана подозреваемая в серии квартирных краж. 27-летняя жительница поселка Вахруша Слободского района ранее уже была неоднократно судима за аналогичные преступления. С момента ее последнего освобождения не прошло и полгода. Подробности в репортаже Ивана Швецова. Подозреваемая пешком обходила дома кировчан, проверяя, открыты ли входные двери. За беспечность двое жителей заречной части города Кирова поплатились финансовыми потерями. Однажды, проникнув в жилище, она прощупала карманы одежды в прихожей и взяла портмоне с кресла в комнате. В другом случае злоумышленница забрала ноутбук со стола в комнате и скрылась с похищенным. Жильцы находились дома в момент краж, но ничего не заметили. Несмотря на относительно молодой возраст, женщина имеет уже большой криминальный стаж. Первый раз 158-я часть первая, второй раз 158-я часть вторая, третий раз 158-я часть третья и пятый раз 158-я часть третья. Угу. Вот освободилась 20 июля, 5 лет отбывала наказание. Что толкнуло до вас вот на совершение в очередной раз краж? Так как не работаю, денег нету, вот и... После освобождения из исправительной колонии летом прошлого года она попробовала работать в столовой, которая находится в Вахрушах, но не выдержала и недели. Этот труд показался ей слишком тяжелым. Учиться подозреваемая тоже нигде не собиралась. Девушка дала признательные показания. Часть похищенного имущества было изъято у данной девушки. И возбуждены уголовные дела по статье 158, часть 3. В данный момент ведутся оперативные следственные мероприятия, и девушка проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Всем, кто пострадал от действий подозреваемой, необходимо обратиться в полицию по телефону 02. Анонимную информацию можно оставить по телефону доверия МВД России по Кировской области 589-777. Полиция рекомендует держать закрытыми на замок входные двери квартир, а в случае совершения в отношении вас противоправных действий, как можно скорее обращаться в правоохранительные органы. Иван Швецов, Сергей Баранцев, Вести, Кировская область.